Это задание гораздо опаснее всего, с чем вы сталкивались ранее. Мы идем в пасть врага, штаб-квартиру Блэквуд. Разведка сообщила, что в здании находится один из лидеров корпорации, который заведует ее финансами. Вы должны взять его живым или мертвым. Не дайте ему уйти. Кидаю гранату! Граната пошла! Не двигайся, я помогу тебе. Еще бы немного и... Система безопасности вырубила лифт. Придется зачищать этаж за этажом и взламывать коды доступа. Я дам знать, когда мы будем готовы. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Проверь, что там, я прикрою. Осторожно, граната! Наш радар засек, что к вам приближается вертолет. Скорее всего, цель собирается покинуть здание на нем. Вы должны добраться до вертолетной площадки, пока вертушка не приземлилась. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Граната пошла! Благодарю. Не дергайся. Я тебя вылечу. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Thank you.
Теперь все должно работать. Идите к лифту. Не двигайся, я помогу тебе. Спасибо тебе. Мы анализируем данные, полученные с серверов Blackwood. Я дам знать, когда мы выудим из них что-нибудь важное. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Граната! Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Продолжаем движение. 5 секунд. Корпус уже сломан.
отключился. Похоже, наш клиент должен был встретиться с директором Blackwood Урсулой Эллис. Запомните это имя. Она может стать вашей следующей целью. Я попробую что-нибудь о ней раскопать, пока вы выполняете задание. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Стрелок убит, повторяю, стрелок убит. Нейтрализован. Вперед! Собирайтесь в долбанный лифт. Эллис была старшим аналитиком в лондонском банке Brayman Brothers. После падения фондовых рынков Эллис и ее семья, как и несколько тысяч других людей, просто исчезли. Постаралась некая радикальная партия правосудия. Люди, потерявшие все свои деньги, открыли на банкиров настоящую охоту. Мне почти стало жаль Урсулу. Почти. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Осторожно, граната! Включили лифт.
я спасибо. Помогу. Стой на месте. Пошли, пошли. Кидаю гранату. Держись, боец. Все будет хорошо. Немного. С тобой все будет в порядке. Лифт ждет. Благодарю, док. Не двигайся. Я спасибо, помогу док. Тебе. Я пуст. У кого есть патроны? Нужно выдвигаться. Даже представить не могу, что случилось с ней и другими работниками Брейман. Но известно, что эту охоту на ведьм пережила только Эллен. Ей удалось бежать в США, где испуганные банкиры дрожали от одной мысли о повторении кровавой резни, охватившей Англию. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Еще бы чуть-чуть, и спасибо тебе. Готов.
Стрелок нейтрализован. Вперед! Элит настоящий лидер, в этом нет сомнений. Но все, во что она верит, это всемогущий доллар. Она обращается с людьми жестко и не считается с потерями. Сейчас Элис обладает огромным влиянием, но есть один человек, к мнению которого она всегда прислушивается. Этот человек — наша цель. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Стрелок нейтрализован. Вперед! Идем дальше.